Тюрьмой часто называют все места, где преступники отбывают наказание, что является заблуждением. На самом деле тюрем в России немного, всего 8, и одна из них находится в Димитровграде Ульяновской области. Здесь осужденные находятся практически в полной изоляции, едят в камерах и гуляют в наручниках. За свою 105-летнюю историю здесь отбывали наказание многие звезды криминального мира. Террорист из Норд-Оста, педофил из Питера и многие другие. Содержатся осужденные со всей страны, ну вот, по различным совершенно статьям, но в основном это тяжкие и особо тяжкие преступления. Срока здесь очень большие, минимум от 10 лет. В отличие от исправительной колонии, в тюрьма – это камерная система. Но, несмотря на это, некоторые из преступников продолжают пытаться снова нарушить правила, например, получить запрещенные предметы. Кроме этого, часть преступников склонна к агрессии, насилию и суициду. Поэтому работа каждого сотрудника Димитровградской тюрьмы сложная и опасная. Чтобы достойно с ней справляться, сотрудники УФСИН регулярно проводят учения, где совершенствуют навыки обыска, задержания, розыска преступников. Осужденным, которые встали на путь исправления, всячески помогают. Проводят воспитательные мероприятия, предоставляют возможности работать и даже получить образование. Она также дает задание в камеру, учишься, также сдаешь, проверяют. То есть все доступно. То есть, если у кого-то позволяет возраст, он может также учиться дальше. В настоящее время в тюрьме УФСИН по Ульяновской области отбывают наказание более 200 осужденных. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.